Привет, друзья, с вами Артэ Лацки. И сегодня хотел бы поделиться достаточно радостной новостью. Возможно, даже не одной. Наконец-то выпустил свой сайт, который находится по очень короткой простой ссылке artalaski.ru. Пока что еще находится он в тестовом, так сказать, режиме. Но здесь уже есть много всего интересного, много всяких плюшек, которые можно скачать, разные статьи на блоге, которые можно почитать. И сейчас проведу такую маленькую экскурсию по сайту, чтобы уже немножко ориентировались. Собственно, на главной странице у нас такой вот слайдер с самыми последними новостями. Первое, что вы должны сделать, это, конечно же, забрать свой подарок. Да, кстати, не забудьте принять политику конфиденциальности с использованием куки. И дальше можно уже продолжить работу. Собственно, в честь открытия сайта я решил выложить полностью видео процесс создания вот этого автомобиля, собственно, Хаммера. Достаточно многие в личку мне писали, просили показать хотя бы часть, хотя бы, так сказать, более подробный процесс, хотя бы просто ускоренный в виде таймлапса. Но я решил, почему бы немножко не заморочиться и не выложить полностью видеопроцесс с самого нуля, когда он создавался буквально из воздуха. Также включил отображение горячих клавиш, но не стал уже записывать голос, потому что съемка вообще всего этого курса, она заняла 10 часов, а даже чуть-чуть больше. Поэтому я его все-таки немножко ускорил, буквально в 1.5-2 раза. И он стал идти уже не 10 часов, а 4, но в принципе на восприятие это никак не повлияло, а просто стало немножко побыстрее. Собственно, чтобы скачать эту штуку, вам просто нужно будет нажать на кнопочку «Скачать». И для тех, кто еще ни разу не пользовался Gumroad, немножко поясню. Здесь у нас описание, так сказать, товара. И если вы хотите его приобрести, то просто нажимаете на «Я хочу это». А так как он стоит 0 долларов, то есть вообще бесплатный, то вам за него ничего платить не нужно. Но если кто-то очень щедрый, может вписать сюда свое число, так сказать, и пожертвовать на развитие канала. Нажимаем «Я хочу это», вводим свой почтовый адрес и нажимаем «Получить». Вам на почтовый ящик придет письмо, и вы уже будете иметь пожизненный доступ к скачиванию вот этого вот видеоурока. А дальше у нас еще есть винтовочка с ПБР-материалами, которая делалась для Acid Store, но почему-то в последний момент я передумал ее сюда выкладывать. Можете использовать ее в своих коммерческих проектах. Единственный момент, здесь есть маленькие косяки, практически незаметные, ну вот здесь в принципе видно, вот, но в целом как бы моделька вполне сносная, пожалуй, даже лучше, чем некоторые платные модели, но опять же, смотря с чем сравнивать. В целом я думаю, что получился результат неплохой, и в какой-нибудь шутер ее можно ставить без проблем. А также нажимаете на кнопку «Скачать» и просто скачиваете. Ну и, конечно же, не забудьте подписаться на мой паблик ВКонтакте, если еще этого не сделали, ну и, собственно, на канал тоже. Кстати, это можно сделать прямо отсюда, нажать на кнопку «Подписаться на новости» и все. Ладненько, что касается самого сайта, давайте перейдем к блогу. Здесь уже есть несколько статей, которые еще как бы надо немножечко подредактировать в плане оформления. Но читать уже вполне приятно. Многие из них содержат в себе сборки видео с канала, которые вы, возможно, могли пропустить. Вот, но также здесь есть и парочку таких откровений. Например, вот эта вот статья про мои первые игры, где содержится много компромата в плане меня как разработчика, но тем не менее, почитать довольно-таки интересно было даже мне. Также в комментариях часто видел вопрос о том, где можно посмотреть мои игры. А вот, собственно, здесь можно посмотреть мои самые первые игры. А в разделе «Игры» можно посмотреть уже те, которые доступны в Steam и, собственно, на Google Play. Кстати, в качестве дополнения к предыдущей статье можно как раз посмотреть этот ролик, в котором я рассказываю, как вообще стал разработчиком игр. Собственно, группа в Steam,
которую вам также было бы неплохо вступить, потому что есть еще одна хорошая новость. Я сейчас переезжаю на новое место, у меня наконец-то будет нормальный интернет, и мы сможем не только проводить стримы, но и играть в разные игры со своими подписчиками. Ну а чтобы это все было удобнее организовывать, как раз нужно вступить в эту группу в Steam. Последние релизы моих игр вы также найдете в этом разделе сайта. И, собственно, ссылка на статью про мои первые игры. И, наконец, игра, которая сейчас находится в разработке, это Zomboom, о которой более подробно вы сможете почитать на моем форуме, про который я хотел бы рассказать отдельно. А, собственно, для вас здесь заготовлено множество возможностей. Сейчас этот форум достаточно пустой, потому что он буквально на днях был создан. Как бы я еще даже не успел его заполнить. И надеюсь, что вы мне в этом поможете, создав темы со своими играми и платными, и бесплатными, и в разработке, и уже в релизах, а в специальном разделе форума. А если, в принципе, кто-то был на том же Hellroom или на GCAP, то вы, в принципе, уже знаете, что надо делать. Но так как я этот ресурс хочу позиционировать не только как, так сказать, портал по созданию игр, еще и портал по компьютерной графике, но опять же с уклоном на создание игр. Я думаю, вы здесь найдете себе место, где можно создать тему о себе, про себя и так далее. И также есть интересный раздел, называется «Скажи привет сообществу». Заходите сюда, создаете здесь новую тему, в которой просто рассказываете немного о себе, чем вы занимаетесь. И можете оставить пару ссылок на свои ресурсы, там, страницу в Steam и так далее. В принципе, я здесь создал прикрепленную тему, в которой это более подробно описывается. Так что вот такой вот у вас будет бесплатный пиар. Также, если вы ищете команду или хотите создать свою, то здесь также есть раздел с подбором кадров, так сказать. В общем, вы найдете здесь чем заняться, познакомитесь между собой, потому что, по сути, цель этого форума — сплотить всю нашу аудиторию, познакомить ее между собой и продолжать расти дальше всем вместе. Также для тех, кто хочет научиться создавать игры, создан специальный раздел обучения, в котором пока что собраны небольшие серии уроков и парочка курсов. Здесь есть как платные, так и бесплатные варианты. А результатами из этих, так сказать, мини-курсов вы всегда можете поделиться в нашем паблике ВКонтакте. А в специальном разделе «Работы подписчиков» там, в принципе, уже альбом содержит в себе достаточно много фотографий и работ, но, тем не менее, еще не так много, чтобы открывать новый. Конкретно для тех, кто заинтересовался курсом, который я создавал специально для новичков, вы можете почитать о нем более подробно на соответствующей странице сайта, посмотреть, отыскать трейлер его, и если он вас заинтересует, то по той же системе вы можете купить его на Gumroad. Ну, в принципе, здесь ничего сложного, я так полагаю. Ну и, конечно же, что вообще в целом касается магазина, давайте рассмотрим его немножко подробнее. В этот магазин я добавляю только проверенные товары, большинство из которых я заказывал сам, либо вообще снимал обзоры на какие-либо из товаров, поэтому отсюда можете заказывать без каких-либо проблем. И сейчас пока что здесь только планшеты компании Hyon. И, кстати, сейчас со дня на день уже начнется распродажа, а цены на планшеты будут буквально в два раза меньше, поэтому если кто-то хочет себе приобрести по дешевке один из этих инструментов, то торопитесь, потому что распродажа, конечно же, не вечная. А со временем я добавлю сюда еще остальные проверенные товары, но уже из этого вы совершенно спокойно можете что-либо себе заказывать. Ну, если здесь вдруг что-то будет не работать, или вы найдете какую-либо ошибку, то я буду рад, если вы напишите мне о ней в личные сообщения в группе ВКонтакте, чтобы ее как можно быстрее исправил. Ну что ж, я надеюсь, это видео вам понравилось. Заходите на мой сайт, подписывайтесь на канал и вступайте в паблик ВКонтакте. С вами был Арталаски. Пока!